Сотрудники отдела исполнения административного законодательства УВД провели проверки во всех районах курорта. В Адлере был установлен факт реализации вина на разлив во временном павильоне. Предприниматель в Адлерском районе осуществил реализацию вина в нестационарном торговом объекте без соответствующих документов. В отношении лица был составлен административный материал по статье 14.1. В настоящее время он передан в суд для принятия решения по существу. Всего в помещении было изъято 105 литров вина в различной таре. Аналогичные нарушения выявлены в магазинах Лазаревского района. Санкции статьи предусматривают наложение штрафа с конфискацией продукции.